С 15 по 19 июля в Петропавловске проходит летний чемпионат Республики Казахстан по биатлону. Участие в соревнованиях приняли как юноши, так и девушки. Спортсмены будут состязаться в индивидуальной гонке, спринтерской эстафете и на роллерах. Подробности в следующем материале. 15 июля в Петропавловске состоялось открытие летнего чемпионата Республики Казахстан по биатлону. Соревноваться будут девушки и юноши в двух возрастных категориях – с 15 до 17 лет и с 18 до 19 лет. Всего за титул сильнейшего поборятся порядка 210 спортсменов из 8 областей. Будем состязаться в индивидуальной гонке сегодня, спринтерская эстафета и на роллерах. Впервые мы начали проводить роллерные соревнования, так как сама трасса Центра олимпийской подготовки позволяет. В целом команда Петропавловска достаточно хорошие результаты показывает. В прошлом году у нас было, если не ошибаюсь, 4 победителя в каждый соревновательный день, в каждой программе по призеру, по победителю. В этом году, конечно, мы также рассчитываем на хорошие результаты. Сказала слова напутствия и пожелала удачи биатлонистам руководителю управления физической культуры и спорта. Сергей Мелихов отметил, что летний биатлон довольно энергозатратный и требует хорошей физической подготовки. Хочется пожелать, уважаемые спортсмены, вам хороших секунд, чтобы без травм, пусть победит сильнейший. Вам есть на кого равняться, также в нашем регионе есть многоуважаемые спортсмены, такие как Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев и многие другие. Сейчас биатлонисты соревнуются в индивидуальной гонке. Спортсменам предстоит пробежать 5 кругов по 1200 метров. Каждый старался выложиться по максимуму. Для Эльдара Брюшкова это не первые соревнования. В этом виде спорта он почти 9 лет. Его время 28 минут. Готовились к этим соревнованиям на самом деле достаточно долго. Больше года. Летний чемпионат РК у нас проводится ежегодно, но каждый год мы стараемся улучшать свои результаты, поднимать время. И данные именно ЧРК является подводкой к нашему следующему крупному старту. У нас в Щучинске будет проходить чемпионат Азии в сентябре, и вот мы готовимся к нему. Его тезка Эльдар Верховников показал следующий результат – 29 минут 30 секунд. Без этого вида спорта он не представляет своей жизни. Ну, сегодня погода хорошая, позволяла бежать. Соперники все достойные, все сильные, с всеми бороться можно. Я кандидат мастера спорта, занимаюсь уже 7 лет. Биатлон – хороший вид спорта, достаточно тяжелый. Нужно развивать все качества, чтобы и стрельбу, и бег, чтобы хорошо выступать на соревнованиях. Соревнования продлятся 4 дня. Имена победителей будут известны 19 июля. Они будут награждены грамотами, медалями и ценными призами.